Рад приветствовать на канале. Продолжаются наши изыскания зимние. Никак мы не угомонимся. Сегодня 28 января. И первый сигнал. Сейчас снимем, подожди. Оп. Что у нас там? Ну-ка, пайку серебром. Ну да. Оп. И получила она лопатой. Заслуженный звездюль. Незаслуженный, точнее, звездюль. Руки кривые. В лесу обалденно. Пожалуйста, копается земля. Сегодня минус 9 мы ехали. 28 января. Как открыли 1 января сезон, так и продолжаем по лесам шастать. Это сигнал глубокий достаточно, по-моему. Может, глубокий. Я уже внизу ткнул карабином, она там была. Поэтому чуть-чуть, видать, их. Когда ковыркнули? Нет, изначально. А, изначально-то? Ну, фиг знает. Так, ладно, движемся дальше. Лес, конечно, зимой необычайно красивый. Тихо, спокойно, не холодно. Ветра нет. Гнуса нет. Чего нет? Удивительно, для этого леса он достаточно тихий на мусор. То есть, в принципе, даже черный сигнал попадается очень-очень нечасто. Только что Люба откопала черный сигнал, посмотреть маленький. Оказалось, пряжка конская, но черная, железная. Вышли из пересеченного, вот здесь ельник. Ну, это посаженный ельник, нам нужно двигаться дальше, вот туда. Нет, недалеко. Иду, где был старый лес. Что у тебя? Пин. Вещь нужная и важная. Давай посмотрим. На-ка. Это так, для материала уже. Так. А где? Это в яме. Монитос. Советский. Почти онлайн. 50-й год. 3 копейки. Пойдет. О, как замечательно. Какой прекрасный лес, друзья. А он никуда не денется. Глубоко сидел. Глубоко, глубоко. Здесь и так они не часто, еще и глубокие. Короче, движемся в старый лес туда. Да, знаете, прикольную воду с собой взяли. Достается из рюкзака, Димыч, псых. Ну, псыш он. Ой. Короче, вошли вот в этот лес, где был более-менее старый. Вот идет посадка, не посадка, а молодые деревья. И здесь ельник посадки. Вот совпадает она с дорогой. Сейчас пойдем в ту сторону. Посмотрим, что получится. А что кажется? Сейчас покажу. Так. Ладно, копай. Хрен с ним. Что там? Что-то не знаю. Смотрите, какой интересный. Зажигалку откопал в чехольчике в металлическом. С какой-то кошечкой, что ли. Роверс. Реверс. Роверс и этот. Ну, земля вполне копаемая. Да, я нормально откопаю. Смотри. Прикольно. Что-то сверху, да? А, ну прикольно. Это равняет чехольчик такой. Так, посему. Ну да, чехольчик. А чехольчик, знаешь, как звенел? Понятно. Пробка. Язычки. Итак, друзья,
ходим-походим. Сигнальчик. Ну, судя по всему, это 50 копеек советские, но они в таком окисле жуть. Непонятно, живая она или не живая. Ну, пойдет. По сугробам-то, в принципе-то, нормально. Канава там, говорят, какая-то. Сейчас пойдем смотреть. Да! Сейчас слышу, сейчас придем. Так, друзья, у нас наконец-то сигнал у Любы. Да и неплохой вроде как. Ну я да. Только не вижу пробу. Ну это серебро 100%. Я только не вижу, какая только проба. Оно что-то мутное такое. Затертое. Обручалка. Там внутри проба, я не вижу какая. Смотрите. Серебряная обручалочка. Большая. Пускай. Да, проба. Сами советская, не советская. Обручалка серебряная. Не ори, не ори, да? Мужская там были, да? Да. Смотри. Я слышу, блин, отсюда слышно. 84-я. Понятно, царская еще заглавка. Ну, зачет. Уже не зря. Ну да. Так, движемся. Куда мы движемся? Вот мы и движемся по этой фигне. Вот она, дорога. Но она была, видимо, и советская. Сейчас думали, совпадает или не совпадает с Шубертом. Примерно, потому что по GPS она же уходит. И вылетает Николай. Из чего мы делаем выводы, что она совпадала. Скорее всего. Год не видно, потом покажем. Вот идем туда. Там была крупная развилка, развязка таких дорог. Много-много там было. Недалеко отходя от монетки, пуговка советская, симпатичная. Била черт знает как. Вообще непонятно. Черный цвет. Сигнал. Оп. В домик ее. Люба у нас куда-то опять свинтила. А будем искать. По просьбам дорогих друзей копаем онлайн. Сигнал неплохой. Но и не факт, что это монета. Сейчас посмотрим. Здесь 38 не меняется. Не меняется. Оп. Штука, что ли, лежит. Я уже грешным делом думаю, гильза шли это. Знаю. Ага, гильзач. Вот вам онлайн. Вот такая хрень. Звучащая просто замечательно. Ну ладно, забираем мусор. Итак, ходили-ходили. Написано на крышке. И вот такая находочка интересная. Компас. Цели. Цели. Ну, это современный. Скорее всего. Хрен знает. Потом будем очищать. Ну, прикольно. Все, я думал компас купить. Вот, нашел. Не знаю, работает или нет. Вот она, дорога. Идем к перекрестку. Так, друзья, стемнело. Больше ничего интересного мы не нашли. Ну, кучу гильз, топор и подкову. Сейчас до машины доплетемся. Будем немногочисленные наши находки показывать. По дороге туда я пролосячил хабарницу свою оранжевую. Ну, вот нашли. Димка он в руках держит. На обратной дороге. В темноте. Сейчас на задницу бы здесь не сесть. Так. Нашлась, родимая. Держи. Опа. Лопату хотя бы. Давай. Да.
Что-то я еще здесь съемки затеял. Ну а что? Надо снимать все тяготы и лишения. Ой, блин! Лесной. Весь обвешен. Вот такая тут канава. Бредовая. Фу. Ладно, отключаюсь. Сейчас до машины дойдем. Покажем, что нашли. Выползли мы из леса. Проверили мы эти узлы в итоге. Делать там нечего. То ли там слой достаточно глубокий, культурный. Мысль такая была, потому что достали подкову, глубоко очень она была. Возможно, что и зимой мы не можем дотянуться до никак. Ну, все-таки снега-то много. Вот. Ну вот и все находочки сегодня. Немно эти. 50 копеек. Серебром. Копейка. Трешка. Куча гильз вот этих вот. Ну и серебряная обручалка. Ну и компас, конечно, порадовал. Прикольно. Отмоем, очистим, может, еще и работать будет. О, на этом прощаемся. Куда фокус-то делся? Всем удачи, всем пока.